Ребяточки, всем привет! Привет на канале Пиратская жизнь. В какой-то веке мы снова в лифте одни. Но ненадолго. Он даже здесь он пишет. В общем, короче, о, видите, на всех лежаках. Раз, раз, раз. Бумажки висят. В общем, короче, пишут, что на всех языках, пожалуйста, не бронируйте лежаки вещами более чем на 30 минут. Пожалуйста, не оставляйте ваши вещи больше, чем на 30 минут. Вот так вот. Для особо умных, видите? Вот так вот. Причем на всех лежаках такую фигню повесили. Знаете? Потому что, говорю, здесь многие придут, вещи бросят, и все. Вот администрация начинает бороться. А потом людям, которые просто хотят отдохнуть, невозможно отдыхать. Можно им без сахара. А, и что? Так, пойдем. Мы сейчас хотим все-таки съездить на Донг там, немножко там потусить, встретить закат красивый возле морюшка. Выбрались сегодня. Только сегодня повесили, видать, администрация начала бороться с людьми. Жалоб. Ну, потому что жалоб очень много. Знаете, какая красота. Ой, сегодня прям погода супер. И, кстати, знаете, опять же повторюсь, вот прошел у нас китайский Новый год. Вот. Ну, он практически. Он сколько там? Неделю, по-моему, отмечается, да? Ну, я думаю, блин, через неделю здесь народ будет еще меньше. Все реально как-то легче стало дышать. Ой, я помню, когда на Новый год, народу вообще тьма была. Просто не протолкнуться. Нет, новый тут. Одни уезжают. Одни уезжают, другие приезжают. Вот те, которые, ну, скажем, побогаче, они на Новый год съездят. Те, кто не очень. Они позже явятся, после Нового года. Ну да. Так что вот. Но я рада, что, как говорится, я испытала то, что я хотела. Что если вдруг я завтра умру, я буду знать, что я все свои мечты сбылись. Все мои мечты сбылись. Слышишь? Не забывай свои обязанности. Да-да-да. Скоро здесь будут танцы. Весело очень. Так, а где этот Хемингуэй-то? Где-то здесь, да, недалеко? Нет, там бар. Понятно. Пойдем за кофеечком. 7-Eleven. Вкусно делают. Я решила себе это сегодня взять. Вот марчу. Лимонкана. Лимонкана? С лимоном. Кофе с лимоном. Здесь выбор прям хороший. Все, кофеек заказали. Можно что-нибудь пойти, взять что-нибудь наперекусить. Ой, здесь столько всяких напиточков. У нас тоже много, но, блин, у нас как-то недорого стоит. А здесь очень доступно все. Так, кофе есть? Кофе есть. А, во, эспрессо. О, также стоит чанка эспрессо. Asian Blend, очень вкусно. Я думаю, надо будет в Россию привезти несколько баночек таких, угостить. Вот. Очень вкусный кофе. Ну, кофе здесь, конечно, вообще дофига всяких разных, холодных. Он обожает вот Таиланд за его холодный кофе. Вообще, а я люблю зайти в магазины. Зашел, остудился, освежился. Красота. Все, что хочешь, есть. Всякие штучки, дрючки. Фрукточки. Это лимон. Лайм. Знаете, с перцем и солью. Кто-то и такое ест. Так, а вот это вкусная, кстати, манго. Вкусная, реально. Мне прям очень понравилось. Если с малым количеством перца. Вкусная. А то я брала, знаете, с палатки. Они очень много перца кладут. А что такое? Кожный виноград какой-то. Или на маслины, ты поймешь. Яблоки, мандарины, сырочек. Вкусняшечка. Так, а знаете, вот взял вкусняшечку вот такой. Раз, пошел. А у нас что на перекус? Шаурма какая-нибудь. Да. Печенька. И все. А здесь вон, видите, сколько всяких таких штучек маленьких. Вот взял, погрел, перекусил. Красота. Мороженое. Мороженое, пирожное. О, хочу мороженое такое. Так, как открыть? А, вот. Что такое мороженое? Возьму сейчас.
поедим. Оп. С этим кофе. С кофе и орехами. Смотрите, у них, оказывается, вот, видите, сервис. Все для людей. Взяла два мороженых. Стоит 70 бат. Два. По 35. Ну, около 100 рублей. Вот. Мне дали такой первый термопакетик. Он внутри, видите, с фольгой. Прикольно. А у вас кофе идет. Писюны продают. Писюны! Массажные. У меня есть один. Мне не надо. Там массажные. Массажные писюны. Для обмен лица. Прикольно. Видите, как у вас? Посидим. Рогатки. Рогатки? Да. Сейчас, короче, будем сидеть, наслаждаться мороженым, пить кофе. И радоваться жизни. Страдать тут будем. Как многие тут думают, мы золотой клетки. Ну, золотой, не золотой, знаете, клетки, не клетки. Ну, в любом случае, нормально. Потерпим немножко, да, конечно, через силу, через боль. Кстати, вон, видишь, вода пришла. Ну, ничего. Велик. Мы еще, кажется, повоюем. У него нить доберешься. Угу. Креветочки продают. Креветки. А сегодня хочу поехать выбрать себе камеру новую. Потому что это у меня, конечно, хорошая. Но ей уже 4 года. Скоро будет 5. И я боюсь, скоро она у меня того, да. Сегодня поедем еще. Съездим, посмотрим. Вот, может, даже купим. Надо пару лежачков взять. Надеюсь, нам дадут на халяву. Слушай, какая сегодня красота-то. Вообще, вон мы два лежачка взяли. Скаканатик. Какая прелесть сегодня на море. Та-ра-да-ра-да. Какая красота. Не, мы сегодня не планировали купаться. Завтра, может, сходим покупаемся. У нас с этого лежачка. Лежачка. Раздувайся и ложись, да. Сейчас пожремся. У меня кокосик. У меня тут это кофе. Мороженое. Красота. Садись. Считай, лежак оплатили, да? Ой, как красота. Я вон тут раздулась маленько. Хочу постоять. Песочек, кстати, нормально, мягкий достаточно. Супер. Вода, кстати, чистая сегодня. Супер. Кокос. Бананы, кокосы, апельсиновый рай. Сегодня, кстати, прям воды много. Ух, как здорово. Красота. Сейчас посидим часик полтора. Посол. Теплая, кстати, вода прям хорошая. И смотрите, сегодня, видите, как чистая. Сегодня чисто. У нас сегодня понедельник получается. Красота. Ух ты, ух ты, ух ты. Класс. Водичка. Нет, так-то, в принципе, вон что, снимай портки, да иди купайся. Нам не купальник, конечно. И да, девочки, у меня есть купальники, но этот мой любимый. Но у меня большую девочку сложно подобрать купальники красивые, чтобы все скрадывало, все хорошо. Ну как, хорошо. Класс. Море, море. Надо купать. Никогда как. Вот сегодня вот назло. Вот. Сегодня пришли без купальника. И вода чистая, хорошая. А придешь с купальником, грязи полно. Правда, я, конечно, не знаю, что там плавает. Ну, вода вот такая красивая. Вода-то прям вообще... Не, хорошая сегодня вода прям, знаете. И прилив в какой-то веке.
Все еще. Ой, ничего не страшно. О-о-о. Класс. Так, пойдем свой кофе пить. Ох ты. Папью кофейка. Уселся, сидит, как барин. Вот правильно. Туан говорит, у него какой-то ядреный такой лимонкана. Да, кстати, прям такой ядрененький. Это тройной эспрессо. Тройной? Да, и еще лимонный сок. Ну, нифига себе. Нифига себе. Знаешь, ну их все, передергивает. Оп, помоги мне. Опа. А у меня матча. У меня матча. Очень мне нравится. Слушай, вода прям чистейшая. Не, не клоняй. Тебя прям самое испалило. Ох ты. Матча латте. Очень вкусно. Ты здесь, по сути, чай с молоком. Я японский и молоко. Слушай, какая сегодня вода классная. Чего мы сегодня купальники не взяли, а? Чего мы такие дураки? Надо было купальники взять. Угу. И воды много сегодня. Видишь? Ман. Чувак тоже сел на этом. Сгорает. И загорает, да. Сидит и читает. Андрей 5. Сейчас уже это индекс интернет где-то не сидит. Ну да. Можешь съесть хоть 20-30. Угу. Не, ну красота вообще. Раз, прибивает. Блин, знаете, как успокаивает вообще? Просто. Просто вот когда видишь вот это вот. А это здесь правильно. Да. Ну да. Сижу. Ножки, песочки. Страдаю тут, мучаюсь. Вот так вот мы страдаем, мучаемся. Видите, Вован прям и страдался весь, да? Вот просто. Мучаешься. Вот я ему говорю, все, давай разведемся. Не мучайся со мной, Вова. Не страдай. Найди себе нормальную бабу. Слышь ты. Давай разведемся. Фиг тебе. Только после моей смерти. Так, да. То есть мы с тобой как это, два голубя до смерти, да? Давай, лебеди. Лебеди. Ну давай, за нашу долгую счастливую жизнь. Проверим, кто первый. Чур ты первый. Только после вас. Нет, все твои квартиры отойдут, Вова. Там все-все-все. Я уже пик писался. На кого? Как я делаю? Жена. Ты что, я твоя законная жена. Законная. Блин, какая вода сегодня классная вообще. Прям супер. И, кстати, по-моему, она еще больше, да, при приток. Да. Вот на Кулане бы вот в такое время прям покупаться вообще прям кайф. Там уже время где-то 4:30, и такой кайф. Народ весь разъехался практически. Уже солнце заходит. Вот, и ты купаешься, практически никого нету. Вода шикарная, не, чистая. А тебе уезжать? Обидно. Здесь вот такая вода какая-то как мутная, звезд какая-то. Да? Зеленая, я бы сказал. Как бы уже заблица тает. Липкая. А Колан, вон он. Ну. В сути, одно и то же. Мод. Ну да. Но там она прозрачная. Прозрачная. Не такая. Вообще не говорят, что из-за того. Губая. Вообще, да. Вообще говорят из-за того, что песок разный. Типа песок. Здесь желтый песок, там какой-то более белесый. Темный. Ну да. Может быть из-за того, что есть это город, а там остров. Ну, может быть. Надо вообще, кстати, на пляж девушки съездить. Ой, там пошарахнуть. Считай, утопал. Попал, да. Там лежишь и самолеты. Приземляются и взлетают. Не знаю, что сейчас сидела, прям за себя как-то как зомбирована такая. Там шум такой. Шум, да. Самолет. Ой, ну вообще я не могу. Такой кайф, такой релакс. Вот в Таиланде еще буду скучать по морю. Вот просто по нашим с тобой вот посиделкам вот таким, да? Это мы еще, по-моему, в августе с тобой. Себе такую штучку придумали. Кокосик стоит. Кокосик. Апельсиновый рай. Так, давай мороженое есть.
А то у нас такой спорт. Пиздюшек. Мороженое. Шоколадное. Шоколадное, смотрите, с кофе, с орешками в термопакетик. На. Ти первый. Открывай. Ой, видите, термопакет. Ну, по сути, не термопакет, просто с фольгой внутри. Считайте. Кофе. Гайнд Коне. Он в пакетике, да? Так. О, надеюсь, хорошо выгляжу. Я всегда выгляжу хорошо. Так, мороженое и пирожное. Не смотрите на мои ляжки. Что есть, то есть, девчонки. И ничего не надо стыдиться. Ну, как оно тут? А почему оно вот так вот сложено? У нас обычно там как пипочка разом. Так. Делаем. Оба. Пахнет классно. 35 бакников на руку. С шоколадиком. Пойму, что тает. Здесь два раза. Потихонечку. Снимать надо ее. Два раза? Что здесь вещи? Ой, у меня уже тает. Все. Здесь сверху. А? Где десерт? Я вижу. А, резко. Ой-ой-ой. Да-да-да. На так же. Скажем? Шоколад съешь сверху. Потом сейчас. Мороженое. На, еще и салфетку взяла. Тает быстро. Между нами тает лед. Никто не найдет. Куда? Что-то вкусно прям вообще, да? Правда, растаяло уже? Сверху тут шоколад с орешками. Это пушка-бомба. Хорошо. Это? Ох, кайфует. А, кстати, вытаскивается. Что? Может, туда скучать? На, иди. Берем. Слегка зубами его. При... О, холодно. Тащи его так, берешь так. Дальше. Вон тут эти. Дельтапланы, да. Два. Вот сверху. Фугаси. Дельтаплан. Кто там говорит, что мы постоянно едим? Да, мы постоянно едим. Что же у нас сказал? Про еду. Я очень сильно акцентирую на это внимание. Вот так. Вон у тебя отмазка, да, от бабушек. Да? Парусник. А? Ага, видишь, что прикол? Опа. Сейчас он его это... буксирует, да, сюда? Да, к берегу. Свои. Мастер есть или не так? Ага. А он его таскивает в море. Вон тоже люди пришли, видишь, просто так посидеть. Ну и как туда обратно поплыл. Вот, где ты доскил стоять, ага, с полными ногами и не подскользнуться. Угу. При этом еще где этот парус, он это складывается, он как шарик. А там зубы основания у него как шарик. Угу. И вот тут, то есть он крутится туда-сюда, гнется и так далее. То есть нужно держать и парус, и еще держать равновесие на доске.
Чё ты знаешь? Чё ты такой умный и не такой парусник? Чё ты парусником не занимаешься? Ты что, эксперт вообще? Что я? Теоретик. Знаю. Теоретик. Статист. Статист. Так, ну-ка, покусим. Ой, кайф. Нет, знаете, вот есть такие моменты, когда ты обожаешь Таиланд. Вот в такие моменты обожаешь Таиланд. Но, знаете, просто вот так вот проживать каждый день, валяться на пляже и пить кокос. Я хочу как-то... Я понимаю, что жизнь одна, и я хочу все-таки, чтобы немножечко все-таки как-то разнообразить ее. И, знаете, повидать другие какие-то вот горизонты, другие страны, другие испытать эмоции. Не хватает эмоций немножко. Потому что когда ты приезжаешь сюда первый раз, ты эмоционируешь. Когда ты приезжаешь сюда 10-й, 20-й раз, уже немножко не то. Так что вот. Но Таиланд, в любом случае, он прекрасен. Смотрите, какой прекрасный закат. Это просто пушка. И это пушка-бомба. Но любое место, насколько бы оно райским не было, оно рано или поздно может немножечко надоесть. Ой, ладно, все. Мы тут досиживаем, допиваем, доедаем. И пойдем, наверное, уже дальше. Увидимся с вами в следующих выпусках. Всем хорошего настроения. Любим, целуем. Вовка, увидимся. Пока-пока.